это начал Робинсон и продолжает ЦСКА атаковать. Там в створе ворот все время находился Карнаухов. И вообще там из игроков Бориса даже никто не думал его сдвинуть. Опа! Вот он, ЦСКА! Вот он, ЦСКА! Классический! Хорошо нам знакомый. Вот, когда я говорил вот о тех многочисленных моментах Бориса и неиспользованных моментах Бориса, я вот это и подразумевал. Вот ЦСКА надо забивать вовремя, надо забивать своим, потому что... Жарит, и не поморщится. Давайте посмотрим. Карнаухов отдает передачу на Киселевича. И, похоже, там стоит Мамин на пятачке. Он подставлял здесь, да, и пытался как-то помешать Паскуале. Богдан Киселевич, его третья шайба. Дубль он сделал против...